Друзья, всех приветствую. Сегодня вот такая тема: у стола, на столе, в необычном формате. Затаривайтесь кофейком, будет много воды, но интересной воды, сразу говорю. Вы видите на столе вот эту бейсболку с этим логотипом, всем знакомым логотипом во всем мире. Что интересно тут выяснилось? Оказывается, у нас в России мало кто знает, что это за логотип. Хотя вот такие бейсболки и вообще такую вот одежду с этим логотипом носит очень много народу, от знаменитостей и до бомжей. Вот такие бейсболки вы встречали. Ну, всякие там гастарбайтеры, да, могли тоже в таких бейсболках засветиться. Вот, это тоже факт. Есть так. Они вообще не знают, что это такое. Хотя не факт, они достаточно грамотные ребятишки и даже более продвинуты, чем не гастарбайтеры. Давайте я вам сразу скажу, что это за логотип, потому что 90% не знают, что это такое. Итак, это логотип бейсбольной команды Нью-Йорк Янкис. Вот эти вот буковки, это буковки, а не иероглифы, как многие думают. Это стилизованные буква N и буква U, обозначающие город Нью-Йорк. И также вот это же U обозначает Янкис. То бишь американцы, америкосы. Вот посмотрите на экране нарезку фотографий. Это в первую очередь бейсбольный клуб. Вот эти бейсболки, одежду вот с таким логотипом, конечно же, очень много подделок в продаже. Логотип оказался очень популярен у этой команды. Команда образована в 1902 году в Нью-Йорке, да, в районе Бронкс. Естественно, ну или не естественно, а по каким-то причинам афроамериканцы очень любят вот этот вот логотип и вот эту бейсболку. Ну, жители Нью-Йорка, как бы вот это символизирует для них, наверное, принадлежность к Нью-Йорку, да. Ну и, соответственно, это все засветилось там в Голливуде, в MTV, там в различных видеоклипах. Музыканты любят вот такие вот бейсболки. И это все распространилось на весь мир. Конечно же, Юго-Восточная Азия, кооперативы их, взяли это на вооружение, ну и наштамповали фейковых вот таких вот бейсболок, всякой одежды, опять же, там, футболки, куртки, вот с такими логотипами. Ну, типа, кушайте местное население, да, вот уже не в Америке, не в США, а вот в частности на территории бывшего Советского Союза. Вы будете крутые, мы вас снабдим, короче, вот это. Вы чуть-чуть приблизитесь к голливудским звездам и знаменитостям. И, соответственно, конечно же, те бейсболки поддельные, они подделка. Просто тупо подделка и фейк. У меня образец не подделка. Вот видите, вот здесь вот логотип. Это производитель спортивной одежды, опять же, для американского рынка в основном, New Era. Они специализируются на пошиве, на производстве вот таких вот именно бейсболок. Они производят не только New York Yankees, разные другие бывают красивые логотипы. Вот они на экране. Эта фирма, она, я не знаю, с какого, с 2000-го, что ли, года, стала вот с 2001-го, что ли, или 2005-го, активно производить вот эту вот одежду официально. Вот, видите, у меня официальная она бейсболка. Здесь отображен сейчас вот логотип бейсболист, видите, человечек, да? Стилизованный в цвета американского флага, так скажем. Ну, такая, да, америкосовская бейсболка. Сейчас антиамериканисты сейчас плюются, хотя их можно встретить с таким логотипом на голове,
в бейсболке, да, или в какой-то одежде, они даже не подозревают, что они носят просто тупо логотип Нью-Йорк Янкис. То есть настолько американский логотип, что они даже не придают этому значения, но они зато против США. Это же вражеская страна, в кавычках, конечно же. Америка далеко не вражеская страна. Причем у нас очень любят, опять же, айфоны американского производства. У нас у всех на компьютере Windows установлен. Мы любим Android, мы любим YouTube, в котором вот мы сейчас находимся, смотрим все по американским ресурсам. И я считаю, что вот, ну, Америка, в принципе, человечеству дало как бы больше пользы, чем бед принесло каких-то, да. И никакие они, вот в моем 100% понимании, не враги, не фашисты, не еще кто-то. Там есть какие-то политические моменты у них, да, там, как и везде, в принципе. Косяки у каждого есть, но вот судя по всему, вот по уровню жизни и вообще по всем параметрам, я считаю, что у них развитая цивилизация, и нам еще их догонять и догонять. И мы почему-то всегда в этой погоне за ними находимся. И нужно, мне кажется, просто отказаться от этой погони и просто самобытно жить и процветать в своей собственной стране, в России. Ее строить и наводить в ней порядок, и не распыляться на другие какие-то миры, там, как вот мы любим обычно раздавать всем деньги, списывать долги, та же Куба, вот Сирия, там, ну, это политика, ладно, у меня канал без политики, это меня занесло вот в такую полемику, хотя можно было бы и на политические темы канал, конечно, запилить, но здесь немножко приземленные такие темы, вот в частности про инструменты, вы можете посмотреть на канале, да, там про всякие примочки. И вот так как я маркетолог, да, в какой-то мере, да, мне вот очень бросается в глаза вот это вот все, когда я вижу там логотипы какие-то, ну, я читаю их, я их понимаю сразу, да, в отличие от многих. Ну, и как бы вам тоже советую как бы на это обращать внимание, и сейчас ничто не мешает загуглить информацию, да, и узнать. Так что вот такая вот бейсболочка, вот с таким вот логотипом. Вы наверняка видели знаменитого ютубера Александр Полулях, такой есть, да, вот он в такой вот бейсболке постоянно ведет свои видосики, да, запиливает. И вот он 100% даже не понимает и не знает, что это у него на голове за логотип. Потому что человек, ну, абсолютно, видимо, ну, не в теме. Но я снимаю вот этот видос для того, чтобы вы были как раз в теме, оставались, да, и знали, что это такое. Никакой это не японский иероглиф. Заканчиваю видос, но хочу еще вот сказать, некоторые путают вот этот логотип, считают, что это бренд фирмы New Yorker. Да, есть такая Нью-Йоркер. Они глубоко ошибаются. У Нью-Йоркера совсем другой логотип. Это вообще другая тема из другой вообще оперы. Вот смотрите на экране. Это логотип Нью-Йоркера. Тоже одежная как бы фирма. Ну, у нее свое направление. А Нью-Йорк Янкис это аббревиатура. Еще раз вот заканчиваю, повторяюсь. Это логотип бейсбольной команды, который почему-то зашел всем знаменитостям. Опять же, бомжам носят дети, носят женщины бальзаковского возраста. У нас в России не подозревающие, что это такое, не придающее значение. Ну и носят вообще все подряд, и тоже не понимающие, что это такое. Вот на этом все. Надеюсь, я как бы немножко просветил. Про кофе забыл. Вы, наверное, сейчас не забыли, пейте кофеечек всегда или чаечек. Подписывайтесь на мой канал. Надеюсь, это было интересно. Всем пока!